Всем привет! Вы на канале Анастасия Винтаж. И у нас сегодня будет распаковка моих находок, потому что пока меня не было, ко мне все равно приезжали посылки. И приехало огромное количество коробок, которые я уже распаковала. Что-то я уже выложила в свой телеграм-канал. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. А также, если вам что-то понравится из сегодняшнего обзора, то это можно приобрести, написав мне в WhatsApp или в Telegram. А первый лот – это вот такие шикарные, просто роскошные тарелки Розенталь. Здесь такой красивый бордовый кант. Видите, все в прекрасном состоянии, без следов бытования, без потертости позолоты, без царапин. Очень красивый кант и вот такой вот цветочный декор. И такая тарелка в форме шестиугольника скругленного, да. Здесь красивый букет, вот этот вот тюльпан похож на такой голландский сюжет. Это Розенталь. Такое клеймо ставилось с 1901 по 1933 год. Прекрасные тарелки, прекрасное состояние и очень красивый кант. Если накрыть на стол, особенно вот новогодний, будет невероятно красивый. И еще они все одинаковые, везде один и тот же сюжет, один и тот же букет. Диаметр тарелок 19,5 сантиметров. Все цены у меня указаны в телеграм-канале. Тарелок в наличии 12 штук, а цены вот все у меня в телеграме. Если у кого-то нет телеграма, то пишите мне на WhatsApp, и я все пришлю. Сегодня будет много фарфора, много тарелок. А следующий лот — вот такие чудесные розетки. Такого достаточно хорошего размера, с углублением. У них диаметр 11 сантиметров. Тоже без следов бытования. Прекрасная сохранность позолоты. И мне очень нравится вот этот вот декор, потому что внутри нет декора. Если вы, например, положить сюда варенье, то весь рисунок останется на виду, потому что обычно у нас идет декор как раз по центру, а вот здесь вот такое интересное решение. Приятный теплый оттенок айвори. Видите, золото все блестит. Это немецкая мануфактура Hertel Jacob. И такое клеймо ставилось с 1930 по 1950 года. Такой вот, так скажем, глубокий винтаж. Они все одинаковые, все в прекрасном состоянии, без каких-либо дефектов, без сколов, без трещин. И их в наличии 5 штук. Но вот эти розеточки я продаю комплектом. Поштучно их не хочется разлучать, а вот тарелки Розенталь можно покупать поштучно. А следующая моя находка – это просто невероятная роскошь. Такое большое блюдо, и это ручная роспись полностью. Даже фон – это все расписано, покрыто вручную. Такая вот прекрасная птица. Скорее всего, это попугай. Здесь стоит подпись художника. И, конечно, даже человек без художественного образования сразу увидит, что это ручная роспись. Причем достаточно качественная, вот такое вот яркое, красивое приобретение. Это блюдо, наверное, жалко использовать по назначению, скорее всего, его можно использовать для декора. Это немецкая мануфактура Фюстенберг, и здесь есть подпись автора. Здесь написано, что расписано вручную, и стоит год 1974, но это год росписи, а само белье Фюстенберг, скорее всего, чуть-чуть пораньше выпущено, возможно, тоже 70-е, нужно смотреть по клейму, я не стала искать, достаточно подписи автора, что роспись была сделана именно в этот год. Блюдо достаточно большое, диаметр 28,5 сантиметров. В первую очередь я все выкладываю в телеграм-канал, поэтому советую всем подписаться, чтобы
первыми увидеть всю эту красоту. Вот такая шикарная шкатулка, бонбоньерка на ножках. Цветы выполнены, это деколь, а вот эта вот прорисовка, уже видите по контуру, голубо-синяя, это ручная роспись. На трех ножках. Это немецкая мануфактура Тиффенфёрд. И такое клеймо ставилось с 1919 по 1938 год. Так скажем, почти антиквариат. Здесь очень красивая крышка, такая, можно сказать, зефирная. Но сейчас я вот ее сниму, чтобы показать поближе. Здесь по кругу розово-желтые цветы, очень пышные, красочные, такие приятные оттенки. И очень удобно брать крышечку, такой крупный шарик. Можно сложить в бонбоньерку украшение. Вообще, это от слова бон-бон, конфетки, но сюда, наверное, лучше складывать украшения. Здесь есть небольшой дефект, к сожалению. Так, даже его не могу сразу найти. Вот. Видите, здесь такой вот неровный идет кант. И вот здесь есть небольшой скол. Он шлифованный. К сожалению, я сама не сразу увидела. Если смотреть сбоку, то это вообще не видно. И так как он шлифованный, то не сразу это можно прощупать. А так, когда она стоит, то это совсем не видно. И посмотрите, она достаточно крупная, у нее высота 14 сантиметров, а диаметр 15 сантиметров. Давно у меня не было распаковок, но я знаю, что вы очень любите этот формат, поэтому, конечно, сама соскучилась, и вот такое вот домашнее видео. Следующий лот – это всеми любимые серия Розенталь Мария. Вот такие красочные цветы, яркие, на таком белоснежном фарфоре. Серию Мария легко узнать по канту цветочному. Видите, такой объемный рельефный узор. И, конечно, на серии Мария вот с таким цветочным декором всегда отличаются букеты. Видите, они идут в разброс. Слева такой розовый чертополох, а справа вот фиолетовые тюльпаны. Так они вперемешку идут и очень красочно смотрятся. Но у меня, к сожалению, их всего 5 штук. Что ж, предлагаю немножко разбавить фарфор. У меня были уже такие декоративные панно, их очень быстро разобрали. И вот появились снова они в наличии. Они все отличаются. Это живопись маслом. Здесь есть подвес, такой прикрученный болтиком. Прекрасная живопись, очень красивая, красочная. Диаметр 15 сантиметров. И здесь все рисунки отличаются. Здесь, видите, был такой виноград с таким кофейником. Сейчас посмотрим все. Здесь уже такой как чайничек с цветами. Очень красиво смотрится. Всего таких панно 7 штук. Здесь, видите, бутылка, видимо, идет белого вина. Прекрасный крупный виноград. Красочные зеленые листья. Но у всех одинаковая рама, и вперемешку они смотрятся очень красиво, и все отличаются. Здесь, видите, уже добавили лимон, тоже виноград, листья разного оттенка. Вот здесь с кувшином, судя по всему, персик, виноград. И вот такая вот отличающаяся с огромным пышным букетом в вазе. Очень похоже на пионы. Скорее всего, это они и есть. Такие вот красочные, прекрасные цветы. И еще одна, последняя осталась. Вот с таким прекрасным кувшином.
и с тоже, видимо, желтыми пионами. Всего их 7 штук. Я одну оставила еще себе. Тоже очень понравилось. И они, кстати, хорошо смотрятся, вот если повесить их рядом с картиной. Уникальное блюдо розенталь. А уникальное оно тем, что здесь ручная роспись. Причем роспись достаточно высокого качества, даже на уровне Мейсона. Посмотрите, какие прекрасные цветы, какая достаточно качественная прорисовка, очень яркая. Блюдо тоже без следов бытования, прекрасный белоснежный фарфор, золото без потертостей. У кого-то вот стояло в коллекции, и никто так им и не воспользовался. Оно достаточно большое, у него диаметр 30 сантиметров. Видите, золото все прекрасно блестит, без потертостей. Это розенталь, и такое клеймо ставилось в 1930-е годы. Серия Донателло. И вы только представьте, если был полный сервиз, который был вот так вот вручную расписан. Но этого мы уже, к сожалению, не узнаем. Но я думаю, что он был роскошный. Вообще редко встречаются полные сервизы розенталь с ручной росписью. Это очень редкие вещи. Конечно, моя любимая серия – это помпадур от розенталь. Вот такое вот роскошное красочное блюдо. Здесь нет золота. Видите, здесь вместо него использовали вот такие вот краски. Но в этом и есть плюс, что золото не потрется. Это уже не роспись, это деколь, но тем не менее качественная деколь. Очень яркая, живописная. Это серия Помпадур, и такое клеймо ставилось в 40-е годы. Блюдо тоже достаточно большое, диаметр 30,5 сантиметров вместе с ручками. Очень яркое. И впервые у меня появились санетки. Винтажные, в прекрасном состоянии. Одну у меня уже забронировали с птицами, вот свободная осталась одна. С собаками. Это вышивка, и здесь разные породы собак. Вот это, скорее всего, пудель, это бульдог, пудель, это, возможно, овчарка, я не очень сильна в породах собак. В изумительном состоянии санетка. Она, к сожалению, без колокольчика, но колокольчик докупить не такая уж проблема, они очень часто встречаются. А длина 110 сантиметров у санетки. С обратной стороны такая шелковая подкладка, она тоже в прекрасном состоянии. Нигде нет зацепок, все в идеале. Помимо показанных сегодня предметов, у меня вообще в Телеграме гораздо больше фарфора, так что переходите, смотрите, все, что там выложено, все в наличии. И следующий лот, вот такой комплект, блюдо с розетками от Oskar Schlegelmich. Такое блюдо интересной формы, в форме цветочка, деколь с подрисовкой. И здесь идет 5 розеток. Тоже без следов бытования, прекрасное состояние. На розетках тоже деколь с подрисовкой, и у них отличаются букеты. Клеймо такое ставилось с 1950 по 1972 год. Здесь нет позолоты, здесь тоже выполнено красками. Такой вот горчичный оттенок. А здесь розетка с васильком. У меня почему-то василек всегда ассоциируется с Белоруссией. Такой прекрасный цветок. Покажу все букеты на розетках. Здесь роза. И, по-моему, две розетки повторяются. Вот это вот с тюльпаном
и снова с васильком. Фарфор оттенка айвори. А ссылка на телеграм-канал у меня будет в закрепленных комментариях, и также там будет указан номер WhatsApp. Вот, к слову о васильках, вот такое роскошное большое блюдо, где тоже присутствует василек, золото, все в идеале. Прекрасные цветы, это деколь, и вот такой вот объемный рельефный узор по краю с прорезным фарфором. И две ручки по бокам. Это, конечно же, розенталь. Classic Rose. Это уже конец прошлого века. 74-82 год клеймо. И таких блюда у меня два. Видите, у них отличается только по бокам разброс цветов. А сам букет по центру один и тот же. Оба блюда без следов бытования, в прекрасном состоянии. А дальше мне попались такие уникальные тарелки от Розенталь. Они очень нежные, в приятном оттенке айвори, кремовый фарфор. У меня, к сожалению, вот только 5 штук. Но очень они тонкие, просто невероятно легкие. Это, можно сказать, пирожковые тарелки. У них диаметр 18 сантиметров. Здесь такой жемчужный объемный кант, такая, видите, каемочка объемная, прекрасный такой ситцевый декор, смотрится очень нежно, очень красивый этот кант объемный, и повторю, что эти тарелки просто просвечиваются насквозь, очень легкие. Это Розенталь, такое клеймо ставилось в 40-е годы, и это очень редкая серия Виена. Вот впервые мне попалась такая серия. Вот всего 5 тарелочек. Просто невесомые. И все тоже без следов бытования, без царапин. Такое вот прекрасное состояние. Тоже никто ими не пользовался. А к тем двум большим блюдам есть еще вот такая сухарница. Розенталь. У нее диаметр 20 сантиметров. Она неглубокая, но сюда можно сложить какие-нибудь печеньки, конфетки, также виноград, фрукты с прорезным фарфором. Белоснежный фарфор, но вот темнеет рано, поэтому может казаться теплый свет от лампы. Тоже клеймо Classic Rose. Тоже 74-82 год. Возможно, кто-то захочет собрать комплект с тем большим блюдом. Интересно, есть ли такие же фанаты Розенталя, как и я, потому что почти все Розенталь. Невозможно не любить эту мануфактуру за качество фарфора. И вот такой вот блюдо-салатник в прекрасном состоянии из серии Пампадур. Достаточно редко встречается такой предмет. Здесь нежный декор с тюльпаном, с розами. У меня из таким же декором из этой же серии были чайные трио, но их все раскупили. Но, возможно, кто-то захочет приобрести клеймо Розенталь, Пампадур, 40-е годы. Ну, состояние просто идеал. Часто спрашивают подсвечники. Вот такая вот пара есть. Это Дрезден с объемными цветами, 60-е годы. И есть еще другие подсвечники. Если кому интересно, пишите, я пришлю, что осталось. Вот они продаются парой. Вот такие винтажные, прекрасные вешалки, плечики из гобелена в прекрасном состоянии. Очень красивая работа. У меня их 5 штук. Тоже очень быстро разбирают. С обратной стороны бархат. Внутри плечики деревянные. Я их собираю. У меня очень много у самой плечиков разных. Но вот я решила поделиться с вами. Здесь, видите, зеленая обратная сторона.
А так, по-моему, у всех остальных такая песочная желтая. Продаются они поштучно, но вот к Новому году решила выложить. Возможно, кто-то захочет взять в качестве подарка, потому что уникальные такие предметы, их сложно найти, они сейчас очень дорогие. Ну, вот вместе смотрятся просто роскошно, но сейчас они подорожали, их очень мало. И еще ко мне пришли вот такие вешалки, плечики. Три немножко отличаются, они, видите, идут с декором, и они внутри деревянные, что вот эти широкие деревянные. Я вот на эти мы вешаем пальто, вешаем на них тяжелые зимние куртки, ничего с ними не случается, они выдерживают. На такие я вешаю уже пиджаки, платья, потому что они смотрятся уже не так массивно. А вот таким декором три вешалки. Они бархатные. И повторюсь, что они выдерживают даже самые тяжелые вещи. Вот три такие, видите, разные, они отличаются по узору, по декору. А все остальные однотонные, но очень красивых оттенков. Одна вот такая вот благородная, темно-зеленая, прям изумрудная. Почти сливается с моим диваном. Они бархатные, выполнены все прекрасно. Две вот такие темно-темно-синие, благородный оттенок. Видите, они одинаковые. А крючки вот эти сверху крутятся в разные стороны. Можно их повернуть как удобно. Две синие. А дальше идут такие красные, бордо. И вот такие очень красивые оттенки. Красиво сочетаются между собой. Желтые, бежевые, песочные оттенки. Разные. Но в целом они все между собой хорошо дружат. Потому что у меня тоже какие-то я себе оставила. И они очень гармонируют. Даже когда они разноцветные висят. Смотрятся даже интереснее. Вот эти уже идут гораздо дешевле, чем объемные гобеленовые. Так что все цены у меня в Телеграме, обязательно заходите туда. И, конечно, к Новому году сложно обойти стороной мимо вот этих прекрасных тарелок. Это Хученройтер, 92-й год, коллекционные тарелочки, они все пронумерованы, у всех есть место для подвеса. Такая новогодняя тематика с заснеженными деревьями и птичками. Тут отличаются везде птицы, сюжеты. Там, видите, были горы вообще, а это лазоревки. Прекрасные птички. Многие их путают с синичками. Вот они два раза мне повторяются. Посмотрите на фоне елочки, как красиво смотрится. Мы поставили елку, но еще не нарядили. Буду снимать вам обзор, как будем наряжать. Вот такие вот интересные птицы, забыла, как они называются, с оранжевой грудкой. Очень красивые, и они тоже повторяются два раза. Ну и, конечно, синички. Куда без них? Тоже они повторяются два раза, шишками. И вот здесь стоит подпись автора, и мне... Некоторые написали, я выложила в Телеграм эти тарелки, они в продаже. Мне некоторые написали, спросили, ручная ли это роспись. Но нет, это деколь. Если стоит подпись автора, это не всегда ручная роспись. Это просто взята за основу картина художника, либо он специально придумал этот сюжет для мануфактуры. И на деколе сразу идет его подпись. Здесь сзади есть текст, описывающий картину. Ну вот он на немецком, у меня пока не было времени перевести. Вдруг кто-то из вас заинтересуется, то можно спокойно перевести с помощью переводчика. И вот синички, их тоже. Две тарелки повторяются. Продаются они, конечно же, поштучно.
Ну, в качестве подарка они будут здорово смотреться. На этом все. Мне кажется, показала я очень много. Даже не все сюда поместилось, большие блюда не стала сюда ставить. Спасибо всем за просмотр, спасибо за ваши комментарии. Уже 25 тысяч подписчиков, даже не верится. Очень быстро набирается число подписчиков, это очень приятно, значит, многим это интересно, значит, эти прекрасные вещи получат вторую жизнь. Конечно, попадаются интересные люди, которых я уже устала блокировать, которые пишут вообще комментарии не по теме, что у меня ужасные ногти, невозможно смотреть видео из-за моего маникюра, и это иногда даже пишут мужчины, но они смотрят не туда. Еще раз всем спасибо, всем прекрасного вечера!